Когда-то эти залы были предназначены для учащихся. Здание построено как мужская гимназия. Сегодня же прекрасный памятник времени хранит 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства 15-20 веков разных видов и жанров. В этих залах подлинники Коровина и Айвазовского, а постоянные экспозиции позволяют познакомиться с представителями современного искусства. Там они мне прислали фотографию, и идет мужичок, и ведет за собой медведя. То есть это инструмент скоморохов. Мастер-керамист Галина Сметанина вдохновляется народным, этническим. И в ее руках глина превращается в волшебные произведения искусства. Эту флейту она создала по запросу археологов, нашедших обломок инструмента во время раскопок. Флейта получилась точной реконструкцией своей древней родственницы. Прикладное искусство прошлых веков представлено в музейной экспозиции интересными экспонатами. Скажем, фарфоровые статуэтки. Наряду с посудой в XIX веке были популярным видом творчества. Конек Горбунов. 19 лет написал Ершов это произведение, показал Пушкину, сказки которого уже были популярны давно. И Александр Сергеевич прочел эту сказку, вздохнул с облегчением и сказал: «Теперь этот род занятий мне можно оставить, есть на кого». И вот такой сочный, звучный триптих в фарфоре Дулевский фарфоровый завод представляет, и наши юные зрители, конечно, увидели здесь и образ главного героя. Здесь же в отделе народно-прикладного искусства фигурки гоголевских персонажей, которые стали прототипами для традиционного представления галереи образов писателя. Придумал их рязанский мастер иллюстрации Баклевский. Немало легенд связано с экспонатами этих залов. Например, есть зеркало, выполняющее желание, и картина, покидающая свою рамку. Перед вами баронесса фон Дергард. Рассказал нам о ней представитель австро-венгерской школы живописи, очень талантливый художник Фюлов Ласло. И, наверное, многие из вас знают, что этот образ окутан множеством легенд и тайн. Загадочное выражение лица. То улыбающееся, то готовое расплакаться, то насмешливое. Пытались объяснить углом падающего света. Тем же самым оптическим эффектом рационально объясняют и то, что образ выходит из рамки в определенный закатный час. В чем загадка баронессы, неизвестно, но для ценителей живописи это прекрасный образец искусства начала 20 века. А вот с современной живописью, в основном с представителями авангарда, нас знакомит известный во всем мире коллекционер Дудаков. Части своих богатейших коллекций он привозит в художественный музей практически регулярно, благодаря чему рязанцы получают уникальную возможность прикасаться к мировым шедеврам. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».